Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать, и сегодня мы поиграем в игру под названием Ben Horror Escape, как-то так называется данная игра. Я думаю, вы знакомы уже с персонажем Беном, это такой говорящий пес, который там отвечает, там типа берет телефон, ты ему там задаешь вопросы, ну вполне себе такая банальная, но прикольная игрушка. Ну так вот, я нашел хоррор, где будет нас преследовать злой пес Бен. Так, режимы игры. Классический режим игры, то есть, так, есть режим призрак, легко, классика и тяжелый. Мы будем играть на классике, погнали. Так, тут есть главы. Чаптер 1, чаптер 2. Окей, поехали. Первую главу посмотрим, что у нас здесь. Вау. Офигеть, нас кто-то куда-то тащит. И... я так понимаю, возможно, это пес Бен нас уже поймал. И он будет за нами гоняться, как бабка Грэнни, возможно. Так, и мы начали играть. Хорошо, давай я пока настрою управление. В принципе, сейчас, короче, вернусь. Так, друзья, я, короче, нашел ключ. Он лежал в этой полке. Я уже открыл дверь. Все, настроил. Так, и значит, что ж, мы вышли куда-то. Давай... спрятаться, хорошо. Стоп. Подожди, выйди. Куда ты заходишь? Подожди, стой, стоп. О, все. Кликните по двери шкафа, чтобы спрятаться. Окей, хорошо, а Бен будет? Или не будет Бена? Стоп! Подожди, не убивай меня! Не убивай меня! Все, тихо, тихо, тихо. Все, спрятались, хорошо. Фух. Так, я не думал, что он летает такой полигональной текстуркой. Я думал, тут Бен типа будет ходить, а он тут летает типа плоской вот такой бумажкой. Капец. Вроде Бен ушел. Так, хорошо, продолжаем. Че у нас здесь вообще такое? Так, давай открывай. Отлично. Так, а вот и электрошокер. Нашли одну часть пистолета электрошокера. Окей, батарейка. Ну все, сейчас вырубим мы этого Бена, и все будет хорошо. Так, отлично, вы подобрали боеприпасы к электрошокеру. Так, а где мой электрошокер? Подожди, он где-то же должен быть в инвентаре или как? Я не знаю, так, подожди. Нужен лом. Ладно, погнали, сейчас посмотрим, где тут лежит этот ломик. Я не знаю, насколько тут большая локация, но, возможно, Бен где-то точно там, да? Ну, скорее всего, тут двухэтажный домик, да? Отлично. Так, под кроватью я прятаться не могу, я только могу прятаться в шкафчиках. Так, что здесь? Пока не ясно. Так, ладно, давай спрячемся пока. Посмотрим, придет ли сюда Бен или нет. Так... вообще непонятно. Но вполне себе игрушка, знаешь, что напоминает Грэнни, но это все-таки какой-то топорный аналог Грэнни, так. Ага, ходит. Хотя он летает, но слышны шаги. Так. Наверное, он где-то там точно вот стоит уже в коридоре, нас поджидает. Кстати, я не знаю, вот почему тут означает, что вот за значок череп, вообще, что он делает, и что за какая-то каракуля, возможно, это все-таки инвентарь, но я когда кликаю туда, то ничего не происходит. Так, вроде Бен ушел, да? Вроде ушел, можно продолжать путь, хорошо. Так, хорошо, спрячься пока, пока спрячься, так, точняк сейчас в комнату зайдет. Это было предсказуемо. Стоп. Блин, это страшно. Вот тут уже страшно, вот когда он вот так смотрит. Прям щель проверяет. Вот это прикольно сделали. Так, все, ушел. Ушел страшно Бен. Так. Ну, я надеюсь, он ушел не туда, куда, в принципе, я планирую идти. Так. Где же этот Бен? Так. Блин, тут большая локация, я тебе скажу. Тут что-то реально вот прям разработчики размахнулись. Так, отлично. Так, я надеюсь... о, так, это, ну, не лом, но щипцы уже что-то хорошее. Так,
Отлично, вы подобрали боеприпасы к электрошокеру. Ну, а я хочу использовать электрошокер. Мне нужно вырубить этого Бена. Так, какие-то паузы, подожди. Так, ладно, я надеюсь, он нас не заметит. Приседать, если что, дорогие друзья, мы не можем. Мы можем только бегать. И... это... Нет, бегать мы не можем, мы можем приседать. Окей, хорошо. Немножко перепутал. Да, ой, тихо, спокойно. Это себя главный герой ведет себя странно. Стой, ты куда? К полке какой-то. Ай, примкнул. Так, спокойно. Нужен лом. Да ты задолбал просить этот лом. Не знаю я, где твой лом, понимаешь? Так, Бен, не подходи, у меня есть острые плоскогубцы, щипцы. Так, ладно, давай сюда пройдем. Так, что здесь? А, нужна доска, чтобы починить пол. Так, хорошо. Я там вижу какую-то фигню. Так, давай-ка пройдем вот в ту комнату. Так, вроде пока Бена нету. Отлично. Так, что это, тыква? Тихо, стой, я слышу Бена. Ты посмотри, пришел сюда, засранец. Не, ну меня прикалывает то, что тут, знаешь, вот Бен вот так ходит, как бумажка какая-то. Вот правда, картонный страшный Бен. Так, тихо. Все, вроде ушел. Так, давай-ка сейчас проверим эти полки. О, что-то нашел. Так, гаечный ключ. Так, вроде как Бен, возможно, спустился на первый этаж, да? Я не знаю. Так, можно сюда выйти. Тихо. Ай, поймал. Ух, нифига, какой страшный звук-то он издал, такой рык. Ладно, давай рестартнем. Так, стой, а касценку можно пропустить или нет? Не, касценку пропускать нельзя. Ну чё, прикольно. Я тебе скажу, довольно-таки очень интересно, если немножко поработать над игрой, так сказать, немножко... что-нибудь поделать, ну, типа, вот как бы сделать 3D Бена, я думаю, будет довольно-таки очень классно и необычно. А так, пока Бен тут такой ходит 2D-шный, блин, это как-то не очень-то и пугает. Так. Хорошо, успеем мы спрятаться, подожди. Я тут электрошокер ищу. Ну, то есть, я, блин, подбираю электрошокер, но почему-то он куда-то пропадает, я не знаю. Как мне вызывать-то электрошокер? Тихо. Он где-то здесь. Он где-то тут ходит. Так. Спокойно. Так, давай посмотрим, что там. Так. Вообще, кстати, дорогие друзья, давно у нас не было игр, вот, типа, знаешь, а-ля Грэнни, но что-нибудь такое необычное, вот, типа, с Беном. Ну, вообще, в целом, вот, я Грэньку давно уже не снимал. Я думаю, все-таки вернуться к этой необычной рубрике, потому что я знаю, что она вам очень нравится. Так, хорошо, спрятались. Так, опять идет сюда, ну ты посмотри, Бен... Так. Непонятно. Ладно, давай выйдем. Я думаю, он исчез. А, вот сейчас исчезает. Так. Блин, ну знаешь, не хватает звуков. Не хватает какой-то все-таки фоновой музыки, что ли, в этой игре. Ой, тихо, здрасте, Бен. Так, тихо. Да, нельзя прятаться, когда в поле зрения каких... каких стариков. Блин, там что-то... Что-то с русификацией произошло не то. Ой, капец вообще. Непонятно. Да. Ну, в принципе, что ж, дорогие друзья, пока на этом закончим данную серию. Посмотрим, я думаю, главу вторую уже в следующей серии. Если вам понравится эта игрушка, в принципе, я выпущу следующую серию. Вот, а пока сегодня у нас на обзоре вот была вот такая игра. Бен, Хоррор, Эскейп, что-то там, Грэнни, Шмэнни и так далее.
Вообще, конечно, игра такая дичайшая, но прикольная. На этом все. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, ставьте большие пальцы вверх. Плейлисты инди-хорроров, необычных игр и симуляторов есть на главной страничке канала. Обязательно посмотри. Там очень круто и весело и прикольно. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока.